Гарри Поттер жил в доме номер 4 на Тиссовой улице. Его единственными родственниками были дядя и тетя Дурсли. Они ненавидели мальчика и часто сажали его под замок. И он ничего не мог поделать. Ведь малолетним волшебникам разрешалось колдовать только на территории школы. Однажды вечером в запертой комнате Гарри появился домовой по имени Добби. Гарри Поттеру нельзя возвращаться в Хогвартс. В Хогвартсе Гарри Поттеру грозит страшная опасность. Вскоре домовой исчез, а некоторое время спустя за Гарри приехали его друзья Уизли на летающем автомобиле «Форд Англия». Забрав Гарри, они привезли его к себе домой, где он и провел оставшиеся летние деньки. В конце августа, перед самым началом занятий, Гарри вместе с друзьями отправился в косой переулок за учебниками. Гарри встретился с сестрой Рона Джинни Уизли, и они вместе отправились в книжную лавку Флоуриша и Блотса. Там раздавал автографы знаменитый писатель Златопуст Локонс. Может быть! Неужели это сам Гарри Поттер? Да, да, это он! Леди и джентльмены, позвольте обратиться к вам с одним маленьким заявлением. Имею честь сообщить вам, что меня пригласили преподавать защиту от темных искусств в школе Хогвартс. Знаменитый Гарри Поттер не успел войти в книжную лавку и тут же попал на первую страницу пророка. Не приставай к нему. Гарри этого совсем не хотел. Я вижу, Поттер завел себе подружку. Думаю, после таких покупок твоим родителям придется голодать как минимум месяц. Что ж, придется помочь нуждающимся.
Гарри, мы опоздали на поезд. Экспресс ушел 5 минут назад. Какой кошмар! И что же нам делать? Слушай, я, кажется, знаю, где стоит папин фордик. Улица Черинг-Кросс-Роуд. Отлично. Мы можем успеть в школу вовремя. Убедившись, что за ними никто не следит, Гарри и Рон угнали старенький форт мистера Артура Уизли. Теперь нам надо бояться только самолетов. Эй! Он был совсем рядом. Кажется, мы почти на месте. Ой, кажется, двигатель глохнет. Ну уже, фордик. Еще чуть-чуть. Рон! Рон! Ты где? Сюда, Гарри! Меня поймала гремучая ива! Спокойно, Рон! Сейчас я тебе помогу! Держись! Я не могу ничего сделать быстрее, Гарри! Я умею открывать сундуки заклинанием Алахамура. Чтобы применить заклинание, нажми и удерживай левую кнопку мыши. Чтобы перелезть через невысокую преграду, достаточно подойти к ней вплотную и продолжить движение вперед. А что, если воздействовать люмосом на эту химеру? Люмос! Это книга сохранения. Если Гарри коснется ее, игра будет сохранена.
Если в дальнейшем твой герой останется без сил и потеряет сознание, он придет в себя рядом с этой книгой. Кажется, этот сундук стоит подтолкнуть заклинанием «Флиппендо». «Флиппендо!» Шоколадная лягушка. Шоколадные лягушки подкрепляют силы твоего героя. Кроме того, они очень вкусные. Алахамора! Заклинанием Алахамора можно открывать магические замки, например, на сундуках и секретных дверях. Заклинанием «Флиппендо» по этой ветке. Кажется, вот здесь у нее чувствительное место. Представляю, как разозлится папа, когда узнает, что я потерял его фордик. Теперь пошли, и побыстрее. Если нас застукает Снег, нам не сдобровать. Заклинание «Люмос» не только светит, но и делает видимыми все предметы, спрятанные с помощью магии. Ах.
Чтобы прыгнуть, подбеги к краю и нажми правую кнопку мыши. Попробуй собрать все конфетки, разбросанные по карнизам. Это конфетки-драже Берти Ботс. Нужно собрать их как можно больше. Они пригодятся мне в школе. Видишь эту плиту? Толкни ее заклинанием Флиппендо, и ты сможешь забраться на нее. Это бронзовая волшебная карточка. В разных уголках Хогвартса спрятано 50 таких карточек. Сможешь найти их все? Кстати, за каждые 10 найденных карточек выносливость твоего героя немного повышается. Чтобы открыть альбом и полюбоваться на уже найденные карточки, нажми клавишу Escape.